Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Кит. Сегодня поиграем в игру «Дом за золотом». И у нас соревнование двух кошечек. У нас Анжела Валькирия соревнуется против суперкошечки Анжелы. Кто больше всего насобирает золото? Вот такое у нас сегодня будет кошачье соревнование. Ну что, вы готовы, кошечки? Тогда скорее вперед за золотом! Ускоряемся. Вау, вот это суперскорость! Почти как телепорт в городе героев. Кстати, друзья, а кто-нибудь из вас уже играл в новую игру «Город героев»? Кто еще не играл, обязательно посмотрите на нашем канале новый серик про игру «Город героев». Так, ну что, кто у нас на первом месте? Давайте-ка посмотрим. Ого, Валькирия. У Валькирии уже 130 свитков. О, наша суперкошка обошла Валькирию. Ей енотик помог, и теперь у нее 260 свитков. Хотя Валькирия догоняет, ничего себе! Она вот-вот на самолетике насобирает столько же золота. Хотя наша суперкошка, она не сдается, она отправилась в летательную локацию, вот такую. Смотрите, сколько много-много золота. Кстати, друзья, а вы будете болеть за какую-нибудь из кошечек? Я буду болеть за суперкошку Анжелу. Если вы тоже болеете за супер Анжелу, напишите в комментариях цифру 2. И четверочку, если вы болеете за Валькирию. А победит та кошечка, которая насобирает больше всего слитков золота. Ой-ой-ой! Суперкошка врезалась. Кстати, у супер Анжелы уже почти 600 слитков. И она берет магнитик. Смотрите, какой хороший бонус, друзья! 630 слитков. Ничего себе! Сможет ли Валькирия догнать Анжелу, суперкошку? У Валькирии 540 свитков. Она, кстати, уже близка к нашей суперкошке. Да, на самолетике она быстро насобирает нужное количество свитков. А суперкошка Анжела взяла магнитик. Валькирия приземляется, и того у нее 670 свитков. Все равно суперкошка впереди. Смотрите, куда заходит супер Анжела. Она сейчас отправится кататься на вагонетке. Кстати, друзья, в сегодняшнем ролике я передам много-много приветиков. Хотите тоже получить привет от канала Ушасти Kids? Тогда вам нужно обязательно подписаться и самое главное в комментариях написать имя и фамилию. И обязательно получите привет в одном из новых роликов на канале Ушасти Kids. Так, скорее, скорее. Опа, вот это прыжок. Давай еще золото. Опа, двойные очки берет. Анжела, суперкошечка. А вот Валькирия. Она тем временем забралась в логово к енотику. И сейчас, если она хорошо справится с заданием, получит 500 слитков золота. 1190 слитков у Анжелы, суперкошки. И у нашей Валькирии сейчас 950 слитков. Она очень сильно отстает, хотя суперкошка уже два раза врезалась. Смотрите, она, наверное, плохо умеет кататься на вагонетке. Кстати, кто болеет за суперкошку? Напишите в комментариях цифру 2, а кто хочет поддержать Валькирию и хочет, чтобы она первая сегодня пришла к финишу, пишем много четверочек, мои дорогие. Давайте проголосуем за самую крутую кошку в игре «Дом за золотом». Опа! Так, отлично, Валькирия победила босса енотика, но получила всего лишь 2 звездочки и заработала 300 слитков золота. Ого, пока моя суперкошка врезается, Валькирия, ничего себе, супер Анжела, соберись, сколько раз я тебя буду спасать? 1400 слитков у суперкошки, зато у нашей Валькирии уже 1700, она обгоняет на 300 слитков супер Анжелу. Так, ничего себе, вот это поворот, представляете, выходит вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Суперкошечка, не сдавайся. Вот так. Давай, на самолете тут много-много золота. Постарайся ничего не пропустить. Вот так. Напишите много двоечек. Супер Анжела проигрывает. Поддержите ее. Хотя сейчас, может быть, на самолетике она сможет насобирать нужное количество золота, чтобы обогнать нашу Валькирию. Как вы думаете, друзья? А ну, давай, 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 давай. Так, кончилось топливо, пора приземляться. И 1760 слитков против... Ух ты, я даже врезалась. Ничего себе, на 1000 слитков, на целую 1000 слитков обгоняет Анжела Валькирия. Неужели сегодня она первой придет к финишу и выиграет сегодняшнее соревнование?
Да, не знаю, сможет ли суперкошечку ее догнать. Она так часто врезалась, друзья. Очень-очень часто. Вау, у нас вагонетка. Отлично, тут-то золота много. Ну давай, суперкошка, постарайся догнать валькирию, иначе ты точно проиграешь сегодня. Ребята, а вы любите игру «Том за золотом»? Я обожаю. Кто тоже любит игру «Том за золотом», пожалуйста, ставьте большущий лайк, друзья. Опа! Давай-давай. А в выходные вас ждет огромный сборник лучших серий. Лучших серий про игру «Том за золотом». Так что обязательно смотрите «Ушастик Кидс» в выходные. Так, поехали. А еще я вам рассказывала, у меня появился новый канал. Называется «Волшебный сундучок». Там сейчас я снимаю игру «Всплеск суперсилы». Кстати, в последней серии мы откроем много новых персонажей из этой игры и попробуем даже всеми понемножечку поиграть. Двойные слитки. Опа, еще двойные слитки. Отлично. А вот и воришка енотик. Он решил помочь проигрывающей Супер Анжеле и подарить ей еще немного слитков. Теперь она взяла отличный бонус. У нее двойные слитки, да еще и магнитик, представляете? Так, давай, Анжела, теперь будь внимательней. На такой скорости постарайся ни во что не врезаться. Ведь если ты врежешься в какое-нибудь препятствие, потеряешь очень много времени. Так, двойные слитки перестали действовать, но зато еще действует магнит у суперкошки. Смотрите, какой опасный город, сколько там машин. Так, Валькирия тоже в городе. У Валькирии уже почти 4000 слитков. Она по-прежнему опережает суперкошку на 1000 слитков. Так, суперкошка решила ехать на вагонетке. Она думает, что так будет намного быстрее догнать Валькирию. Давай. Постарайся. Опа, прыжок, отлично. Вот так. Еще золото. Скорее, постарайся все собрать. Двойные слитки. Опа! И по крышам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Врезалась суперкошка. Хорошо, что у нее был защитный шлем. Она не потеряла жизнь и мчится вперед. Так, по-моему, если ни во что не врезаешься, скорость становится намного быстрее. Смотрите, как она умеет делать. Вау! Вот это прыжок был на вагонетке. У-ху! По крышам. И у Анжелы почти 3900 слитков золота. Ну, а вот у нашей суперкошки, не у суперкошки, а у Валькирии, 4500 слитков золота. Она сегодня явно обгоняет суперкошку. Кто болеет за Валькирию, не забывайте, пишите четверочки в комментариях. Посмотрим в итоге в конце, за кого же больше всего болели наши подписчики. Да, Валькирия все-таки выиграла, друзья. Она насобирала 4900 слитков золота. А вот наша суперкошка, она насобирала намного меньше слитков золота и сегодня проиграла. Ну а что, теперь, мои дорогие, время приветиков. Начну передавать. Первый приветик у нас получает Вика Тарасова. Владимир Владимирович получает большой приветик. Алина Якутович. Настя Максимовна ловит привет. Варя Богданова. Ульяна Куликова. Настя. Голобородько ловит приветик. Ксения Епанченкова. Вика Смирнова ловит привет. Света Сайдахметова. Юлия Лемешова. Алиса Зубнина. Лия Зинатулина, Ксюшенька Федорец, Андрей Лавров. Самый большой привет для 4 А-класса школы номер 121. Друзья, огромнейший вам приветик. Алена Носова получает привет. Алина Громова, 1 В-класс школы номер 210 получает большущий приветик. А также привет получает Ксюша Самылова, Вика Бару, Настя Скрынникова, Анжелика Приходько, Саша Зенитова, Кристина Осипова ловит пушистый привет от Анжелы Валькирии. Аня Ширнина, Карина Дунаева, Анечка Морозова, Александра Корнева, Денис Хайбулин получает привет. А также приветик ловит Юленька Журавлева и Алиса Агачева. Милана Галустова, Гузаль получает большой приветик, Лиза Головко, Полина Морозова, Юлия Лемешова, Диана
Готовщикова ловит привет, и Дима Копосов получает большущий привет от нашего канала. Друзья, понравилось соревнование? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал Ушастик Kids. Сегодня я не смогла передать все приветы, потому что их очень много, но в новых сериях я обязательно передам. Но сейчас советую посмотреть мой второй канал, который называется «Волшебный сундучок». Еще не успели посмотреть? Тогда обязательно заходите на канал «Волшебный сундучок» и смотрите там новую серию. Ну а мы увидимся с вами через день. Всем пока-пока!